Всем привет! Сегодня в Охотника.нет английская винтовка Daystate Regal. Это компактный карабин, как мы видим, с прекрасным ложе, очень красивым. Ну, англичане славятся этим. У этой винтовки болтовой взвод, весь в хроме, красный флажковый такой предохранитель. Магазинчик ровно на 10 пуль в калибре 6.35. Соответственно, есть манометр удобный, разноцветный. Порт заправки Quick, тоже крайне удобная штука, находится под такой заглушкой. Здесь есть на резьбе гайка, которую мы откручиваем, и возможна установка модератора под резьбу УНФ 1/2. Ствол здесь 400, как у всех карабинов основных, не 600, но при этом винтовка позволяет очень точно стрелять на расстоянии там до 100 метров. Давление у нас тут чуть меньше 200, я бы сказал 190. Выстрелим в хронограф. . 260 метров в секунду, хорошая кучная скорость. Ну и будем делать пристрелку на 50 метров. Болтовой взвод. Комфортно достаточно. И остаток пуль по второй мишени. Стреляем мы сейчас по центральным мишеням, по двум, потому что по верхней мы отстреливали FX Streamline. В принципе, все. Теперь можно посмотреть, сколько у нас давления израсходовалось. Ну, соответственно, со 190 до 150. Несмотря на то, что здесь маленький резервуарчик, то есть если вы заправили винтовку на 250, я думаю, что вам на 25, может быть, даже на 30 выстрелов хватит, несмотря на то, что это компакт-версия. Посмотрим, что получилось. Во, ну, красота. Где-то, наверное, 2-2,5 сантиметра первая мишень. И порядка полутора, наверное, двух вторая. Может быть, субъективно, но чуть хуже, чем у FX. Возможно, из-за того, что ствол более короткий. Надо проверять заново на более длинных дистанциях. Шикарные винтовки Daystate. Удобные, легкие, которые могут вполне конкурировать с Файраухом, можно купить только в Охотника.нет.